Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем бывшего председателя Госсовета Дагестана Магомеда Али Магомедова. Знаменательную дату Аксакал дагестанской политики отмечает сегодня. Президент России отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе и пожелал Магомедову доброго здоровья, бодрости духа и благополучия. С юбилеем экс-главу Дагестана поздравил и Владимир Васильев. Руководитель региона подчеркнул, что для республики является гордостью то, что Магомед Али Магомедов сегодня находится в строю и всегда может дать совет и помочь в трудной ситуации, исходя из своего богатого опыта. Благодарю вас за вот такое проявленное уважение ко мне, за то, что вы в это сложное время нашли возможность посетить меня.